Так, ну вот, еще один кандидат. Явно в нем чего-то не хватает. Был слегка битый. Сейчас замена. Тянем лонжерон. Здесь рядом новый телевизор. Здесь ударчик. Вот по щиту немножко складочка. Здесь по усилителю немножко складочка. Дом был легкий, даже хлопок на крыше. Вот такая вот. Так чуть-чуть уже сделали, но вот, вот подровняем. Ну вот это вот десяточка. Вот. Разбираются остатки подвески. Вот колеса скинули. Там. Убрали стойки все. Начали зачищать, обнаружили, значит, вот этот брызговик уже мененный. Вот он, шовчик у нас идет. Вот он, шовчик у нас идет. Вот туда вот он ушел. И там по лонжерону у нас. Где-то вот там вот безобразно сделано. Ну отсюда, отсюда будем посмотреть. Вот по лонжерону, вот тут тоже уже шовчик. В общем, вот этот брызговик вот так вот, оп, наискосок, и отрезали, поставили новый. Ну, как-то это некрасиво. Ну, а этот вот ударенный. Это вот ударенный. Вот, уже он тут снимался, чистился. Ну, вот сейчас разобрали подвеску. Будет виднее. Вот здесь какие-то гармошки у нас. Вот здесь какие-то вот складки. На этом месте складка, складка, а тут даже герметик отошел, щелка. Здесь. Ну, в общем, будем режем, снимаем. Пока еще режем. Или как, зачищаем, да? Так, ну, а здесь вот. Ну, такая вот конструкция получилась. Есть у меня тут рама с трубы 80 на 80, стеночка 3 мм. Это монтажный стапель. Нерихтовочный, но он имеет, не имеет, точнее, ни пропеллера, ничего. Он такая координатная плоскость большая получается. Вот. Для этого, соответственно, вот на стапель у нас лежит поперек вот. Поперек лежит труба профильная 25-я. И здесь спереди лежит труба 25-я профильная. И вот можно, соответственно, посмотреть, есть или нету пропеллера. Да? Если мы отойдем далеко, далеко, далеко. Вот. И можно вот смотреть, есть или нет у нас пропеллера. То есть мы видим, что сейчас сам стапель может быть даже не по уровню выставленный, но зато без перекоса. И, соответственно, сам кузов у нас стоит вот здесь вот сейчас на брусе 100 на 100. Большой брус, широкий. И там дальше тоже такой же есть. Под задними порожками тут. То есть кузов у нас, мы теперь знаем, что у нас кузов стоит на раме без перекоса. И теперь вот даже сейчас уже видно. Вот левый кронштейн и вот он правый кронштейн. Вот если мы сейчас правый кронштейн подровняем, то вот даже на глаз его вот видно, что правый кронштейн на 2 сантиметра выше левого. Ну точнее, вот этот кронштейн, он будет выше этого. Для машины это левый, а мы сможем правый, неважно. Этот внизу, этот вверху. Это результат более раннего удара. Вот. То есть мы теперь можем брать, передвигать и, соответственно, делать какие-то замеры по высоте, там диагонали стрелять, ну и так далее.
Растем. Ну, пока еще такой простейший стапель. Вот такая конструкция. Работаем.